Связной и Уралсиб. У нас на площадке Связной играет в форме белого цвета. Уралсиб вынужден был одеть оранжевые манишки, так что их на поле сейчас будет хорошо видно. Уралсиб мы называем Уралсибом, но официально это Уралсиб Capital финансовые услуги. Пусть они простят меня за вольность изложения названий их команды, но если каждый раз я буду говорить «бьет Уралсиб Capital финансовые услуги», я думаю, что это всем очень быстро надоест. То ли дело Связной, здесь никак не сократишь. Итак, у Уралсиб после сыгранных 4 матчей. Одна победа, одна ничья, 2 поражения, 7 забитых мячей, 10 пропущенных. Минус 3, разница 4 балла и 5 место в турнирной таблице. После первого тура было, но сегодня большинство команд уже сыграло, поэтому там переместились они выше. Но давайте ориентироваться на то, что было после того, как все команды сыграли по 4 матча. У Связного после первого тура было 7 набранных очков. Соответственно, результат по потерянным у них был лучше. Связной на поле сегодня уже выходил. Это их не первый матч. Сейчас я напомню вам, как закончились предыдущие. Итак, Связной с Inline Group сыграл 1-1. В итоге потерял 2 потенциально набранных очка. Это значит, что у Уралсиба есть серьезные шансы на то, чтобы стараться сместить Связной со своей позиции и самому забраться немножечко повыше. Вообще, сегодня многие теряли очки. Тиньков первый матч сегодня провел ужасно. Второй против Банка ВТБ сыграл лучше, но все равно уступил в счете. В первом матче 1-6, потом 1-3. Так что Уралсиб может сделать серьезный скачок вперед. Ну вот непросто им было собраться. Мы видим, что на воротах сейчас стоит футболист, который привык играть в поле. Ну и вот продолжают постепенно стягиваться игроки. Вот сейчас капитан Валерий Драгун бежит к нам. Ну, самое главное, что прибежал Валерий как раз, пока эту пробежку совершал, успел размяться. Сейчас, очевидно, сразу постарается выйти на поле. Ой, совсем забыли вам представить составы команд, а это важно, поскольку Уралсиб сегодня первый матч пока проводит. Итак, за Связной играют сегодня на воротах Андрей Лебедев. Полевые 3-й Юрий Блаинцев, 4-й Антон Лазутин, 5-й Малик Абакаров, 7-й Руслан Вагнер Миноенков. А пока первый забитый мяч Связной выходит вперед. Так вот, 9-й, кстати, автор только что состоявшегося, нет, ассистент состоявшегося голос Сабир Магомедов, 11-й Евгений Новиков, 13-й Евгений Гречников, 14-й Сергей Борзенко. Вот как раз автор забитого мяча Иван Мажухин, он 17-й номер. Состав Уралсиба. На воротах Михаил Раздорский, полевые 2-й Валерий Драгун, 7-й Сергей Зотов, 28-й Александр Сазонов, 10-й Николай Смыслов, 16-й Александр Стойчанов, 11-й Никита Беспалов, 4-й Илья Федюкин, 12-й Алексей Смыслов и 28-й Алексей Деменьков. Да, предлагаю все-таки еще раз обратиться к статистике, посмотреть, как ранее встречались наши команды, потому что давно играют у нас и те, и другие. Но Уралсиб несколько раз незначительно переименовывался, было это связано с изменением организационно-правовой формы. Да, дважды встречались команды в 2013 году летом. В турнире по мини-футболу на Красной площади в рамках спартакиады ГТО. Со счетом 2-0 Уралсиб поддержал победу. А весной 2015 года, то есть вот совсем недавно, со счетом 6-1
Связной со своими соперниками расправился и сейчас близок к тому, чтобы повторить успех, потому что второй мяч они забивают. И снова это сделал Иван Мажухин. Удар поворотом, нет. Здесь мимо. Уралси пытается нарастить темп, хотя для них это не очень типично. Не наоборот, любят такой полустоячий футбол. И именно за счет этого Связной в прошлом матче их превзошел. Диктовал собственную игру, максимум движений. И вот в движении Связной всегда смотрится лучше. Лучше вообще, чем большинство команд. Уступает, может быть, только Тиньков. Драгун. Угловой Связной сейчас подавал. Пока Связной действует больше на разрушение, чем на созидание. Попытка прострела. Ну, обороняться-то бесконечно нельзя. Вот отбор. Дар. Новый голкипер у Связного очень зрелищно всегда мячи отбивает. Пущен мяч за пределы поля. Будет удар? Нет. Вратарь на выходе хорош. Привык выступать в роли защитника. Вот и сейчас не стесняется идти в отбор ногами. Даже за пределами штрафной. Последняя минута первого тайма. Отбор опасно. Вратарь снова хорош. Сейчас за голову схватился игрок, оказавшийся на паркете. Если бы встал раньше, может быть, передачи его бы наградили. Мог состояться конфуз. Mm.
Время, отведенное на первый тайм, закончилось. 2-0. Второй 10 минуткой продолжается матч Связного и Урал-СИП. Счет 2-0. У Связного после перерыва на поле появился Магомедов Сабир. Я все время думал, почему же он на протяжении первого тайма находится на скамейке практически все время. Но вот не нашел для себя ответ на этот вопрос. Самое главное, что сейчас вышел и сразу стал активно действовать и проявлять себя всячески. Ох, как опасно сейчас было. Уже на ленточке вратарь этот мяч достал. Магомедов. Сам перехватил, но на мяч не пошел. Товарищ его оставил по команде. Урал-СИП. Ну вот привычно для них начинают катать мяч потихоньку. Потихоньку усыпляя соперника, а потом делая как раз обостряющую передачу, которую вот сейчас увидели мы в форме такой диагонали. Драгун попробовал сразу обострить, но здесь защита у Связного работает. 2 в 2 атака. Аккуратный, осторожный подкат, очень чисто. Да, последние пару минут Урал-СИП забрал мяч под свой контроль. И сейчас, после ударения с крестовиной, мяч вышел за пределы поля. Можно сказать, что повезло. Шесть минут до финального свистка. И, судя по действиям Урал-СИБа, их совершенно не устраивает то, что сейчас видно на табло. Этот скромный ноль в графе собственных забитых мячей. И самое неприятное – это двойка в той же графе у Связного. Какой пас прошел Магомедов! После такого паса, ну, просто обязан забивать.
Звезду не торопится. 2-0. Ну, вот сейчас это то преимущество, которое им нужно удержать. С каждой минутой делать это, конечно, все сложнее. Тут еще одна пятка, и до нее Магомедов не успевает. Перехват сразу, удар. Да, я бы тоже расстроился. Наверное, не такое бы сказал. Фестиваль пяток у нас, что ли, начался неожиданно? Что это за страшный сон Ахиллеса? Угловой. Казалось бы, совсем недавно я говорил о том, что Уралсиб забрал мяч под свой контроль, но, видимо, сейчас придется сказать прямо противоположное. Но не буду, потому что у нас в целом игра такая очень маятниковая, что ли. Инициатива так скачет, переходит. Да, вот и Уралсиб отыгрывает один мяч. 1-2 становится счет. Рядом со штангой мяч просвистел. 3 минуты еще. Время хватит на много-много-много голов. Так, а сейчас свободный удар. Видимо, вратаря уж слишком подключили к этому матчу защитники Уралсиба. Ну, здесь стенка не дрогнула. Ох. Но задумка ясна. Один в один практически выход. Как здесь двоих обманул? Добро пожаловать на паркет. Как там внизу? 3-1. Очень классный гол получился. Повтор надо посмотреть явно это удало. Еще минуту надо доиграть. Преимущество в счете, ну, не настолько катастрофичное, чтобы говорить о том, что результат матча уже сделан. Магомедов хотел сам в ободку пойти. Вот судья на дальней линии поля всегда так экспрессивно отсчитывает время, отведенное на мяч, ввода в игру. Раз. И так далее. Зато все слышат, даже мы. Магомедов. Ну вот можно сейчас время потянуть. Как широко играют баллисты Связного. Будет еще и угловой. Около невидимого углового флажка можно простоять лишних секунд 10. Но лучше, да, сделать такую обостряющую передачу.
Драгун за мяч не зацепил. Ну, там тяжело было. Там зацепиться было тяжело. Все, закончился матч 3-1. Победа Связного.